В день эколога городской округ Люберцы присоединился к всероссийской акции по очистке берегов. Экоактивисты вместе с жителями привели в порядок береговую линию Пехорки. Подробности далее. Участники акции вооружились мешками и перчатками. Для них забота о природе – жизненный принцип. За несколько часов волонтеры очистили от мусора более 1,5 километров русла реки. Наш поселок должен быть всегда чистым. А для того, чтобы он был чистым, мы убираемся. Любовь Моралес-Суворова в экологических акциях участвует каждый год. И неважно, сколько километров предстоит преодолеть. Например, дорога до Краскова заняла более 2 часов. Акцию «Вода России» нашла сама. То есть в интернете просто нашла их сайт, решила попробовать. Один раз приехала на мероприятие, оно проходило еще в Мытищах, по-моему. Мне очень понравилось. Ну и решила каждый год вот поддерживать акцию, поддерживать нашу природу прекрасную, которую я очень люблю. Это мне приносит позитив, заряд энергии, и, в общем, я кайфую. В рамках экоакции собрали более 25 кубов мусора. Его сложили в мешки и для дальнейшей утилизации вывезли на специализированные площадки для приема отходов. На сегодняшний день это второй этап акции. Первый у нас был на Кореневском карьере. Из водных объектов мы достаем мебель. Были прецеденты: диваны, кресла. Мы достаем самое губительное – это арктехника, это бытовая техника, холодильники с фреоном. Акция очень полюбилась местным жителям. Вместе с жителями мы, кстати, выбираем точки, где будем проводить расчистку водных объектов. В рамках всероссийской акции «Вода России» более 100 люберчан приняли участие в уборке береговой линии реки Пехорки. И это только начало. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.